Меня спасло только одно. Я однажды дал себе слово никогда, никогда не видеть это на телевидении. Я понятия не имею, что такое поле чудес. Я представить себе не могу, что это. Вы никогда не смотрели? Ни одного раза. И в доме моем запрещено об этом говорить вообще. И мои друзья знают, что при мне об этом просто никто не говорит. Почему? Да это концерт. Я пришел, провел концерт, замечательно, зрители похлопали, и я ушел, забыв об этом раз и навсегда.